на пике эпидемии коронавируса в Израиле выросли цены на продукты питания и товары первой необходимости. Стоимость курицы, например, стала на 5,4% выше, чем перед Песохом 2019 года, и на 1,6%, чем в среднем за последние десятилетия. Такая же ситуация и с рыбой. Из отчета мониторинговой компании StoreNext видно, что израильтяне с начала карантина изменили свои потребительские привычки. Например, они стали меньше есть шоколада и хлеба, зато больше готовить дома изделия из муки. Продажи алкоголя упали на 12,5%, а спрос на мороженое подскочил на 17,5%. Эксперты пока затрудняются сказать, как изменятся цены после отмены карантинных запретов. Спрос постепенно стабилизируется, но вот уменьшение стоимости товаров и акций в магазинах пока не видно.